Всем привет, друзья! С вами Малдер, у нас Дум. Нам надо отключить питание Веги, то есть изничтожить его. Охлаждение, точнее, господи, блять, питание. Охлаждение Веги. О, сколько у вас тут много, ничего себе. Так, ну-ка нахуй. Так, херануло. А больше никого нету? Правильно ведь я сказал? Вводите в холодильную камеру, все правильно я сказал. Ох ты ж, блядь, а вы откуда взялись-то нахуй? Так, тихо. Я двоих ебанул? Смотри-ка, блядь. О, смертник. Смертник был. Ничего себе, блядь. Это что такое? Это ничего такого. Ладно, пойдемте дальше. Двоих, как с одного выстрела херанул. Просто. Не, ну, судя по тому, какой тут вот порог вроде бы. Тут, наверное, холодно. Это и есть холодильник-то? Я предполагаю. Здесь что у него? Саб-Зиро, блядь, не иначе, на. Костюм такой же. Синий ключ. Синий ключ мы с вами нашли. А нам надо их. Там сколько? Там, по-моему, три дверки с синим ключом было у нас. Ага. Так, нам сюда? Доступ предоставлен. Нам сюда? Хорошо. Вон там этот самый. О! Ха-ха-ха, ты чё, блядь, дурила, блядь. Ой-ой, я промахнулся. Ой, вот так вот сделаем. Хорошо мы сделали. Отлично, просто все из него повываливалось. А что такое? А, это дверь. Шумит. Ладно, давайте-ка мы возьмем жетон. Претерианский. И у нас их будет сколько? У нас их будет, наверное, два, как я предполагаю, да? Мои зубы А где, блядь, жетоны-то нахуй? Хуя знает. А, три жетона, гляди-ка. Три жетона у нас уже мы набрали. Систему снаряжения мы сделали. Всплеск энергии. По завершению действия усиления выпускается наносящий урон волна. Что бы это значило, интересно знать. При активации усиления здоровье возрастает до максимума. Пардон. Продлевать действие усиления. А, ну это я понял, что это такое. Что-то, блядь, это как-то не надо нам, наверное, этого. Ловкость. Вы быстрее хватаетесь за уступы. Переключать модификации тоже не надо. Может, вот это вот сделать? Слушайте. Понижение урона от собственных выстрелов. А почему нет? А почему нет, собственно говоря, да? Мы же, бывает, как херанем только он из этого самого, из гранатомета, и все. Ой. О, это дрон, что ли? Сука, чё ты такой? Где это я? И кто там, кто это был? Что это было? Ну, я так понимаю, это есть. Какой-то холодильник? Ну, наверное, блядь, а чё еще? Ой. Нет, не катит. Ага, там он есть. Ёбаный рот, ну. О! Найдена секреточка. Найдена секреточка. Так, а нам куда идти-то? Я что-то тут не пойму. Модель Киберман Кубуса. Не, ну я на мост-то, наверное. Или там не мост, а что-то такое. Труба какая-то. А, это мы на рельс, наверное. Сука, куда идти-то, блядь? Ай-яй-яй-яй-яй. Я обратно-то не вернусь, наверное. Может, нам вниз? Вот по этой хреновине? Так, подождите, блядь. Подожди, я сейчас, наверное, сдохну. Я прям чувствую это. Там пола нету. Эй! Там пол... Сука. В куски просто разлетелись. А где у нас была контрольная точка-то последняя? Технический отдел Веги. А, наверное, когда вот мы упали, и здесь и было. Все правильно. Технический отдел Веги. Да ладно, блядь. А! Ёбаный рот. Как далеко. Доступ предоставлен. Хорошо, давай, вылетай. Оп. Оп, нахуй. Оп, блядь. Все, готов. Даже бронька вон с него повылетала. Подождите, а где? А где жетон-то? Эй, а мы уже, типа, уже засчитали его, взяли? Ну да. Да.
Хорошо, тогда... Чё это такое, блядь? Кто ты? Это личинка, что ли, просто? Да, это большая личинка. Так вопрос-то в другом. Личинка-то личинка, хуй бы с ней. Как говорится, как мне... вернуться-то, блядь, туда? Стой, вернуться-то хуй с ним. Что мне вообще тут делать надо? Я не пойму. Что, блядь, за помещение такое интересное? Взобрались. Взобрались. Я думал, что вот это... О! Вот же, блядь, проход-то. Ёб твою. Проход-то вот же. По сторонам-то не смотри ни хера. Температура протоплазменных контуров... Чё это такое? 1,2... Ну-ка, погнали вниз. 173 раза горячей поверхности солнца. Закройте колодец. Сейчас закроем. Не пизди, мужик, блядь. Не пизди. Не слыхать ни хера из-за тебя. Вон там что-то лежит. Во! Во. Плазма. Блять, плазму надо набрать, потому что у нас совершенно нету вот от этой штуки зарядов. 96 всего лишь, охуеть. Блин, очень мало. Очень-очень мало. Да убери это, вот это нам надо. Очень мало. Ох, сейчас тут экшон будет, чувствую. Вы смотрите на единственную в мире систему охлаждения до абсолютного нуля. На ее совершенствование... Ушли годы. Уничтожьте все 4 охлаждающих генератора. Когда они перестанут работать, мои главные системы начнут плавиться. Уничтожьте все 4 генератора. Как я забыл, как они выглядят, блядь. Вот это вот, кстати, да? Это же генератор. Хуяк со мной. И сейчас они полезут, бляха-муха. Ой, полезут, блядь. Так, голова уже пришла. Голова пришла. И тут же ушла. Вон еще одна, блядь. На, сука, есть. Так, ты, блядь, давай на не выебывайся тоже. Моллюск. Так, иди-ка сюда. Сюда. Ух ты, попал вот по одному только. Я думал, сейчас двоих заебашь. Да ты что делаешь-то? О, и в него свой же попал. Где? Вон он. Сука, съебался отсюда. Отлично. Отлично. Вон еще один тут выебывается. Готов. Ай-яй-яй. Готов. А где еще-то у нас? Где-то же... Кто-то со мной разговаривает, блядь. На адском. А, он херанул. Ну, блядь, импы еще тут лезут нахуй. Подождите, где-то же, блядь... Так, тут наверху, наверное, где-нибудь, блядь. Где-то. Блядь, это хуило вон там, сука. Призывная. Так, на нахуй. Призывник, блядь. Призывника надо гандошить. Где он? Вон он. На нахуй. На, сука. Эх ты ж, блядь, съебался, блядь. Съебатор включил. Кто это? Ой. Это что такое было? Давай, где ты? Да иди сюда, мудил ебаный. Так, вон он. Не сдох? Ёб твою мать, как не сдох? А я он сдох. Вон еще одна, по-моему. Или, а, это уже разбитая. Сука, мне... Так, голова. Голова. Потрошки. Так, пинки, идите нахуй. Где же у нас еще-то две? Вон, по-моему, еще одна. Точно. Блядский рот, здоровый. Так, херак нахуй. Где-то еще одна. Опа, берсерк. Ну, держитесь, твари, блядь. На нахуй. Где здоровый? Ракетный, опа. О-хо-хо-хо, я поймал эту хуилу. Так, съебал, блядь. А что это, не убил, что ли? Убил. Так, тебе тоже в таблицу, блядь, прописали. О, блядь, где? Сука, баро надо, блядь. Ах ты, тварь, блядь. Убил. Сука, я, по-моему, ему херанул. Еще один раз, когда был в режиме берсерк. Где же еще? Вон там, по-моему, нет? Нет, там мы были. Здесь этот самый толстый.
Опа. Своих ебашь правильно, блядь. Чтоб чужие боялись. Где же еще-то один? Ага. Я понял. Где-то тут. Нет, здесь херанули уже. Да что твою мать. Сейчас покоя ведь не дадут, суки. Спокойно, нам тут совсем разобраться. Здесь тоже ебать, блядь, где же еще-то одна, а? Надо посмотреть тут внимательно, подстоять. Но тут и разве не дадут, блядь. Вон, херачит, блядь, смотри нахуй. Откуда? Ебашит, блядь. Через пол карты, блядь. Где же, где же? Ему что, ебнуть нахуй? А че бы нет, нахуй, да? Оп, 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 оп. Да куда ты, блядь? Надо врыло, блядь. Отлично! Надвое, надвое херанули. Блядь, она в каком-то месте же была. Я вот что-то смутно так припоминаю. В каком-то... как заныкано прям, блядь. Можешь вниз нам спуститься? Кто там хуерит, блядь? Так, ты, да? Ты больше не будешь хуерить никогда в жизни. Где? Может, давайте внизу поищем. Где-то же она должна быть, по-любому. Так, плазма есть. Здоровья нам пока не надо. Кто там? Так. Да, блядь, тут можно спокойненько походить, кстати, блядь. Ничего тут такого уж и нету. О, Финка, нахуй. У Яксон, нахуй. Кто ты еще, блядь? А, ты! Кто-то еще по ней херанул, блядь. Сзади. Готов. Готов. Так, 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 так. Аптечка. Слушай, я ничего не понимаю, блядь. Где эта хуйня находится? Тут, кстати, вот какое-то поле, блядь. А это не оно ли, нахуй? Нам не туда ли? О! Нет, тут уже нет ничего, блядь. Смотри, мужик, отлично. Прям, прям в полете разъебенил. Есть, блядь, вон там еще. А, это БФГ. БФГ-то нам не надо. Я нихуя не пойму, блядь, где же. Где же эта хуйня? Где? По четырем сторонам, да? Грубо говоря. Они расположены. Ну здесь-то мы ёбнули. А здесь? А здесь вход закрыт. Что такое? Еще что где? Здоровый, что ли, появился? Кто зелененький херачил? Где ж ты, сука? Да, там здоровый, гляди-ка. Выебывается. А интересно, ему вот если в спину-то стрелять, он же бронированный, как не знаю что нам. Как танк. Ну ты поверни колебал-то, хоть ты мне жопу-то свою повернул, блядь. На нахуй. Еще будут? Блядь, и здесь-то мы херанули уже. Очко. Очко улучшений. Во! Есть. И бензин взяли, блядь. Ай-яй, мы красавцы прям. БФГ. Да я, сука, я все обыскал. Где эта херня находится? Ну-ка, броник взяли. Плюс 60. Тут нету? Еще одной такой. Случайно. Где-то, где-то... То ли, блин, но она не внизу точно. Что-то куда-то за ней скакать надо. Ну куда я запрыгиваю? И мне почему-то казалось, что она вот там. Вот тут. Но нет ее тут. Здесь-то мы уж хуйнули. Подожди. 100 метров, да? Вот это что ли? Ну нет, не наверху, вот это точно. 90 метров. 70. 60. Ах ты ж, блядь, ты гляди-ка, как спрятали. Волки. Фу. Не надо, блядь, мужик. Мужик, не надо, блядь. Я тебе говорю, не надо. Не надо. Да шу, успокойся ты, блядь. Спасибо. Получил прогаб. Теперь вы можете пройти к моему ядру, чтобы завершить этот процесс. А где ядро? А ядро? Ядро у нас где-то... Вот это вот ядро, да?
Так, ядро. Вон оно открылось, там вот это очко-то, блядь. Я же говорил, туда вот надо, блядь. Ну тут дураку, конечно, понятно, что туда и надо куда-то идти. Подождите, нам надо тут как-то, блядь, залезть наверх. А здесь я это сделаю. Замечательно. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Сейчас, блядь. Сейчас, сейчас. А, что такое? А ты не хочешь за... А. Я думал, блядь, сейчас не запрыгнем, как... Поезд доставит вас ко входу. Еще и поезд? А где поезд? Подожди-ка. О! Ну, у нас такая есть. У нас такая штучка есть, нам не надо. Аптечки? Аптечки тоже, блядь, не нужны. У нас 200 здоровья. Мы вот весь бронежилет потратили. А где поезд-то? Поезд-то будет сегодня? Эй! Или, может, его как-то вызвать надо, что ли? Нажать что-нибудь, нет? Чё, сука, пищит, ну? Нет, нажимать я больше не буду. Где же поезд? А поезд внизу, наверное, блядь. Точно, нахуй. Ёб твою мать. Так, поезд. Поезд. Поезд, штука хорошая, блядь. Внимание, вопрос. Как мне туда... Это не то, блядь. Поезд. Там что-то он и... Да, ну, неужели прыгать-то нахуй? На него надо. Ёбаный рот, нахуй. Поезд. Чтобы поехали. Получить доступ к моему ядру, вам необходимо устранить демоническую угрозу в комнате перед вами. Демоническая угроза? Да делов-то, блядь. Делов-то, нахуй. Мы еще не такие угрозы. Блядь, получил я в харю-то, блядь. Как нехорошо. И не такие угрозы-то устраняли, так сказать. Сейчас мы тут подберем все. Где? Ага, готов. Так. Опа, 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 опа. На нахуй. Отлично, броник. Броник 75. Блять, пару надо нахуй. Что ж вы тут, суки, делаете-то, блять? Ого. На-ка нахуй ебанем глазик-то, блять. Отлично. Барон, на, в яйца. Ты больше не барон, да? Ты баронесса. Да что ж ты будешь делать? Сколько вас тут нахуй? Эй, блядь. Барон, нахуй. Ну не надо, блядь, барон. Толстый там тоже, блядь, есть. Ёбаный ты рот. Эх ты, хернул, чем ты мне так? Не надо, мужик. Я ему башку отстрелил, блядь. Так, голова. Голова, блядь. Голова, сука. Ракетный. Туда же уходит сейчас, по-моему. Да, действительно. Так и есть. Ракетный получает пизды и съебывает. Где еще один? Я видел же, блядь. Ёб ты, сука. Ох ты, какая тварь, блядь. Ёб твою мать, еще голова. Ну-ка, на... хуякс, нахуй, в куски, блядь. Кто это? Пинка. Пинка готова. Еще что ли кто? Где? Ёб ты, это что такое? Это Пинки, нахуй. Ёб. Ой, ой, зажали, зажали демоны, блядь. Зажали, нет, не зажали, нахуй. Так, а это сейчас... А это так ебнем, ну. Кто там, блядь? Так. Не надо, мужик. Ну не надо, ну что ты уже, блядь, ты же... Да что-то я про этого-то забыл, блядь, совсем. В рожу, блядь. На, сука. На, еще разик, отлично. Кто там, блядь? Ракетный. Блядь, как много вас тут, нахуй. Ох ты, это, блядь. Сучка, там эта хуета, блядь. Где она? Вон она. Попал? Не знаю, попадаю, блядь, не попадаю. У меня кончились припасы. Ёбаный рот. И охуеть, забили. Забили, блядь, твари. Ни хера ж себе, блядь. Ну-ка, давайте еще раз попробуем. Чтобы получить доступ к моему ядру, вам необходимо устранить демоническую угрозу в комнате перед вами. Вот она перед нами. Комната с демонами. Так, ну-ка, прям вот сразу нахуй это хуило. На нахуй, раз. Да вас. Три, блядь. Морская фигура, замри. Ох ты ж, блядь. Чё ты, как, куда ты, блядь? Я за тобой, нахуй. Мимо, блядь, чем это меня, нахуй? Как больно это было.
Ах, как барона прям ебу, блядь, во все щели. Все, сдох, нахуй. Барон это, блядь. Так, еще один. Это такой помост наш будет. Все, подох. Где еще? Что такое? Толстый пришел. Это, что это? Где это я? Броник. Броник взяли, отлично. Хоть немного, но наш. Слезь оттуда, блядь. Ага. Так. Просто идем и всех изничтожаем. Что, кто, блядь? Голова, блядь. И этот хуило. Так, сука, чем меня ебашит? Я не пойму, да. Да, блядь. 157 здоровья, блядь. Где? Да кто, блядь? Мимо, блядь. Мимо, хуймон. Так, опа, пинки. На, нахуй. Голова, блядь, там летала, летала, летала. В стороне, нахуй. Получил пизды, блядь. Ай-яй-яй, тут, блядь, бьется что? Ток, ток, ток. Ёбаный случай. Так, есть, здоровье есть. Опа, броник есть. Ракетный, ракетный, блядь. Ракетный загнулся, блядь. Долетался, блядь, как говорится. Все, этот тоже ушел. Голова. Да вы заебете, нахуй. Еще голова, блядь. Оп. Ну-ка, может, лечилочку нам вынес? Лечилочку. О, блядь, там их два. БФГ. Ну, блядь. И вкус кипр просто, блядь, там еще одна. Что за хуйня? Как нахуй? Так, призывник. Призывник, призывник, призывник. Блять, ворон надо, нахуй. Ебать тебя в очко, нахуй. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. А нам бы что-нибудь съесть. Аптечку какую-нибудь, блядь, еще. Что-то в этом роде найти. Но, по-моему, тут нихуя нет уже. Нет, есть. Есть, блядь. Есть, сука. Он еще БФГ патрон, блядь, снаряд. Блять, давай-давай-давай. Нам надо жить. Во! Нам надо выжить. Вот там в углу что-то вижу. Что-то вижу, сверкает, блядь, кто-то летает, прыгает, нахуй, просышь. Что происходит? Давай, отлично. Что тут насобирали? Есть. Патроны тоже пойдут. Где? Где барон ада? Барон ада. О, аптечка есть. Так, сварь, блядь, какая мелкая. Где? Кто? О, ты ж, блядь, ты уж здесь, нахуй. Охуеть, горю, горю, горю. Так, ты. Ты. На нахуй. Получил пизды. Давай. Сейчас здорово будем пиздить. Вон броник лежит. Ох ты ж, бля, ты ж пришел. Ах, есть. Давай второй. Есть, пришел. На нахуй. На, сука, бля, ему вот проще не в пузо, а в хлебало стрелять. Еще один там вон. Он застрял. Сами к нему придем. Спасатели вперед, блять. Что такое? Что это было? Хуй знает, что это было, блядь, но это было больно. На-на! Все. Блять, я все БФГ херанул, блядь, а? Все, бо. Ну ладно, хоть так. Наша задача сейчас какая? Наша задача сейчас собрать все. Собрать все, что... Плазма у меня вся, что ли? Да, гляди-ка, собрана. Плазма собрана. Собрать все, что есть. Вон там, кстати, БФГ-пулька лежит. Нам необходимо ее взять. Так, взяли. Там броник видел я. О, еще одна БФГшка. Отлично, все, у нас три пульки есть. Что-то тут светится, блядь, так подозрительно. Вон там. Все, отлично. Отлично. Полтинник и 200 здоровья. Полтинник брони имеется в виду? Конечно же. Да, что тут, блядь? Вон еще валяются куски пластинки. Ну и все, 75. 75, мы как новые. Как новые. Никакие демоны, никакие, блядь, бароны ада нас не смогли победить. И я падаю вниз. Какого хуя? Тут лестница, потому что есть. Для дураков каких, таких, как я, блядь. Погнали!
Чё делать-то, блядь, эй? Чё-то нажать надо? Не понял. А чё нажать-то? Мне сюда ведь надо. Вот. Лифт. Я теряю способности к запоминанию. Контроль над нейрофункциями минимален. Когда ядро Веди будет уничтожено, вас затянет обратно в ад. Точка прибытия рядом с колодцем. Заблокируйте его энергию с помощью горнила, и тогда адский портал на Марсе закроется навсегда. Да, адские отродья бросят против вас все силы, но вам ведь именно это и нужно, не так ли? Звучит, блядь, многообещающе, нахуй. Адские отродья все бросят, все силы бросят. Я так понимаю, вот здесь вот сейчас нас затянет в ад-то. Да, сейчас мы нажмем на кнопочку какую-нибудь, блядь, или что сделаем. Перегрузите ядро Веги. Вон там он у нас, ядро Веги. А это что такое? Так, нажмите Е. Ага, надо сначала вот эти вот, наверное, выдернуть. Все. Сейчас кто-нибудь прибежит обязательно. Обязательно кто-нибудь прибежит. Или никого не будет, что ли? Да ладно. Ничего себе. Хорошо. Давай-ка. Правильно туда вниз, на хорошая ядерная. Сейчас как пизданет только. Очко улучшений. Ну что ж, нажимаем и... Обратно в ад. Завершен. Спасибо, Вега. Мне очень жаль, доктор Хайден. Все, уровень прошли. И ни одного очка, ни одного испытания мы не сделали. Ну что, продолжить? Аргент ячеек тут и нет. Блять, мы столько этих аргент ячеек пропустили, походу. Это пиздец просто. Ну-ка, погнали. Уничтожив Вегу, вы открыли портал в самое сердце преисподней. Теперь вам надо найти источник энергии UAC, колодец. Горнило поможет вам поглотить мощь колодца и запечатать ее навсегда. Орбис Днур. Колодец. Колодец, сука, глубокий. Патроны. Я что-то, блядь, боюсь туда идти-то даже. А хули делать-то? Пойдемте. О, я думал, это кто-то стоит, а это, блядь, человечки на палочках. Человечки, блядь. Это у нас есть штука-то. Такая нам не нужна. А тут что? Хуй знает, куда вот идти, блядь? Налево, направо? Ага, туда. А тут тогда что у нас есть? Тут у нас, ох, какие виды, блядь, адские. Вот адам, блядь, а достаточно спокойно, ну. Умиротворенно, так сказать. Че там? Контрольная точка достигнута. Замечательно. Че там происходит? Там кто-то... Ох ты ж, блядь, там кого-то уже еб... Голова. Голова ополчилась против маленьких. Против импов. О! Хуя себе, блядь! Ты что, у меня-то бьете? Вон голову пиздите. Так мне куда идти-то, блядь? Туда, что ли? Прямо вниз? Вот прям вот так вот херануть. Ай-яй, блядь. Нам нахуй. Голова, блядь. Оп! На, сука, я-то так не достану, блядь, никак. Там портальчик. Портальчик. Ух ты, сука, ты че, блядь? Я ты злой. Или это другой уже был. Портальчик я там видел. Ага, вон еще. Ну хорош, блядь. Ну ты че делаешь-то? Эх ты, я не допрыгнул. Бензин есть. Порталы тоже есть. Готов. Так, ну тут маленький, что ли? Ох, блядь, призывник, сука, съебалась. Ой-ой-ой, это рыцарь ада. Рыцарь ада, съебал отсюда. Еще один. На, нахуй. Ах, задел, блин,
Задел, отлично. Где она? Где ты, тварь? Я ж слышу, что где-то орешь, блядь. Вон она. Мимо, блядь. Мимо, пиздацкая. Так, блядь, да что ты не сдохнешь-то? Готово, в куски. В щепки просто превратили мы ее. Вас тоже. Что такое взорвалось, блядь, как сильно? А, это ебашит. Нихера себе мне выстрел, блядь, с дробовика. Кто там? Пинки, блядь. Ну и пошел нахуй. Тут ракетные вон, блядь, доебывают. Правильно, блядь, ебашьте, блядь, своих. Же, куда, блядь? 10 патрошков, между прочим. Твою мать, блядь. Ай, блядь, мимо нахуй. Во, давай, давай. Отлично. Эх ты, кто, сука, меня пинка толкнула. Да ты чё, блядь. Это я с самого начала, что ли? Ну, не с самого начала, а вот с этой локации. С этого адского. Нет, блядь. Ну... Не с самого начала, но практически. Так, ну ладно. Голова выебываться сейчас будет. На, тебе прям, блядь. Хлебало, блядь. Так, свалил отсюда. Ты тоже ушел. Ах ты, сука, задел, задел. Не надо так делать. Ну, может, вы уже выбегать-то будете, нет? Опа, там берсерк есть. Секунду. Так, это мимо, блядь. Так, баба. Где она, нахуй? Берсерка я взял. Блядь, случайно, не хотел. Где баба, блядь? Так, пошел, нахуй. Есть, готово. О, блядь, я сейчас устрою. Устрою вам, суки. Устрою, блядь. О, здорово, толстые пришли. Вообще, красавцы мы с вами. И пинки, блядь, заебали, нахуй. Что такое, блядь? Что тут происходит? Так, и этого ракетного, и этого, блядь, захуячили, блядь. И сиди сюда. Ой, так, пинки. Баба, блядь, тварь такая. Дрянь такая, блядь. О! Так, все, взорвался. Ох, тут целая куча, блядь. Ой, тут ракетный ебошит, нахуй. Ой, получает пизды и уходит куда-то, не знаю куда. Баба, мах, ты сучка. Пинки, ну ебать тебя в очко, на пинки, блядь. Что ж ты делаешь, сволочь? Так, еще один, ушел. Блять, задел. Задел и сдох. Баба. Куда, блядь? Куда нахуй? Где? Имп. Имп тоже развалился на части, на запчасти. Так, ох ты, блядь, тут их две, нахуй. О, вот это печально было. Ух ты ж, ебучий ты случай. Так, ой, упал. Куда упал, хуй знает. На землю, блядь. Одно знаю точно. Опа! На, сука! Ой-ой-ой, блядь, никак не... Ох ты, куски просто разорвали, отлично! Имп! Давайте маленько нам надо... Сука, съебался. Передохнуть. Так, ты. Давайте подлечимся, может, немножко. Может, что-нибудь выпадет хоть с ним. Да, выпало. Готов. Да уйди нахуй, дурак, блядь! Ёбаный, я чуть этого не проёбну. Где ты, сука? А, еще один. Не надо, мужик, не надо. Оп, он сдох. Пинка. Так, я так тебя обойду, блядь. Давай. Блядь, не успел вернуться. На, тварь такая. Где еще? Все, походу. Ах, неплохо. Неплохо повоевали. Контрольная точка достигнута, как я предполагаю. А нам, о, тут броник он есть маленько. Все есть. Бензин нам не нужен. А мы тут так-то все собрали вроде бы, да? Блин, жалко, у меня не осталось патрошков. Мало, конечно, осталось. 11 патронов от хули. От дробовика, от двустолки. Тут порталы, да? Контрольная точка, да что-то мне вот это вот невольно нравится, нахуй, пейзаж. Ну чего, давайте на сегодня закончим. Продолжим в следующей серии. С вами был Малдер, всем спасибо за просмотр, до новых встреч и всем пока.